Твои люди работают там по месту катастрофы? Да, работают, Саш. Ты сам там, нет? Да, здесь нахожусь. Леша, у кого ящики черные? У нас нету. У кого, Леша? Сейчас давай я разберусь, узнаю, постараюсь узнать. Очень оперативно узнай, срочно. Москва интересуется по поводу того, где ящики. Угу. Доложи мне, пожалуйста, Леша, надо оперативно узнать. Кто там кроме вас есть? Люди Стрелкова есть? Я не знаю, приехали сейчас в Россию. Значит, Леша, судьба черных ящиков интересует в первую очередь. Они должны оказаться под нашим контролем. Выполни, пожалуйста, задачу. Хорошо? Хорошо. Значит, у меня к вам просьба, это как бы не моя просьба. Очень наших товарищей там с высока очень интересует судьба черных ящиков. Это имеется в виду по Москве. Там две единицы у Хмурова, начальника разведки стрелка. Значит, пожалуйста, во взаимодействии с МЧС, все, что будете находить, чтобы не попадало никуда в ничьи чужие руки. Только либо у вас, либо у Стрелковских, у Хмурова, там не суть важно. Все, я понял. Пожалуйста, возьмите под контроль этот процесс и вот вместе с вот этим товарищем из МЧС, с Алексеем, постарайтесь все, что найдете, забирайте, пожалуйста, чтобы ни к посторонним это в руки не попало, всем, кто там приезжает, АБСЕ и прочее. Хорошо? Все понятно, хорошо есть. Смотри, они же должны выглядеть как оранжевые какие-то бочонки, да? Я знаю, Леша, тебе виднее. Понятно. Ну вот одну хуйню какую-то нашли, но это просто коробка, блок спутниковой навигации на нем написано. Ну, блядь, в любом случае прячь, блядь, мало ли под что не замаскированы. Хорошо, понял.